Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала Old School. С вами он Геймер, а также мои друзья Данис и Ксения. Почему нас так мало? Произошло, скажем так, не самое лучшее. Скорее всего, те квесты, которые мы частично выполняли вне серии, у Святослава забаговались, и поэтому он не смог на наш акт попасть. Но, может быть, потом попробуем его еще вернуть, но как бы это уже, наверное, будет поздно, скорее всего. Поэтому, но люди с Диабло к нам присоединится еще один человек, потом вы знаете кто, но пока мы будем драться без него. И наша цель сейчас убить демона, который где-то здесь шастал. Вот он. Он жирный, убить его долго. Ну, видишь, он что-то нравится замораживать. Ну, видишь, Давайте помочь тебе. Порой не будем. Так, посидите, Тиравель, чтобы получить награду. Это нам, значит, надо на базу вернуться, да? Давайте вернемся. Каждый должен с ним поговорить, чтобы даже не было... Даже падшие ангелы заслуживают свободы. А где он? На базе. О! У меня очки умения добавились, поговорил я с ним. Так, чем он тогда? На базе ангел такой. Так, он 2 очка даже дал. Так, давайте подумаем, как грамотно их распределить. Я думаю, наверное, сопротивление вызвано. Прокачаем самого. Вызовем его повтор. Спасибо тебе, герой. Так, это все неплохо. Ксюха, поговори с Тиреэлем, это обязательно. Потом потрогаешь. Чтоб потом не было багов в квесте. А вот это вот адская пузица. Это пока, это мы отправимся сейчас туда. У меня уже там есть телепорт. Так, давайте продадим эти перчатки, ибо они все равно особой ценности никакой не дают. Мне, кроме силового удара, больше ничего прокачать. Ну, значит, так оно и нужно. Так, сейчас я выложу туда эти вот камни, это, что? Что вот это вот, концентрация, вот это такое. Вот разбирайся. Вот это ж твой навык, не мой. Я тут не могу подсказать тебе. Так, сделаю еще один безупречный алмаз. Так. Уалд у меня до сих пор лежит, потому что у меня силы не хватает, надо еще 7 очков, а дают только по 5 и по 6. Так, ну что, я отправляюсь в реку пламени.
Так, открою сейчас здесь телепорт для вас, чтобы вам быстрее. Река пламени — это же дьявол и дичь. Ну, как бы еще до дьявола мы не дошли. Ой-ё. Вот тебе ой-ё, там стоит еще один архангел, но у нас пока не проп... А, я камень не взял. Я не взял камень Мефисто. А где так. Он? Ну, я в нем в ящике лежал. Я его вроде взял. Так, ну там есть главный телепорт, вроде через него. Так, ну я взял этот камень, я не знаю, наверное, одного будет достаточно, хотя я думаю, наверное, лучше всем его взять. Сейчас мы отправимся в адскую кузницу, к Адриэлю. Через Адриэля нам пока не пройти, потому что там загоражит проход. Сначала разбить камни с душой Мефисто и посмотреть, что... Так, ну давайте заходите, нам сейчас, что я вижу только одного Дониса. Ксения, сейчас не время торговаться, пошли. А там у сундука стоит. Она, может, что-то перекладывает. То, что я не думаю, что мы до этой серии вот так вот сразу доберемся до Диабла. А если не убьем в этой серии втроем, значит позовем того, кто нам поможет. Кроме мере, попытаемся это сделать. Не будем говорить. А что это за... Нам это сопротивление яда бесполезно, по сути-то. Ниже все огнем владеют. Так. Ксения, прошу проследовать телепортал. Время тянуть нам сейчас никак нельзя. Я буду ждать долго, прошу, не собираюсь. Прошу проследовать мой кабинет. Сейчас бы вспомнить, будет еще кузница. Наверное, как раз там, где может быть Адриэль. А, нет. Не, нам все равно мимо него никак не прийти. Прошу проследовать мой кабинет. Так, все. Идемте. Время не ждет. Так, ищем кузницу. Так, это что-то фигня всякая. Да, очень быстрый персонаж здесь. Но они отваливают люди. Давайте мы сделаем. Я сейчас буду держать так же. Так, сиди золотишки. Так, где-то должен быть проход в эту кузницу. Так, я выбираю, и паниковать придется мне, по большей части. Ооо! Здесь я убирал. Почти пора. Пират, когда я остался здесь, с портала. А, хорошо. А где сама кузница, интересно? Так, что тут? Есть какой-то переход. Нас сначала там все смотреть. А, там тупик. Значит, по-любому надо сюда тупать. Страшно, мне вот иметь никаких. Кому не страшно? Хотеть все равно всем. Меж тем мне прокачиваться осталось совсем немного. До моего уровня следующего. Если сейчас я прокачаюсь его более основательно. Дай его яблоко помочь сделать. Хорошо. И что мы идем правильно, потому что там дороги нет. Через сверхъестественного. Так, здесь снова сундук. Что под путешествие? О, нашел какой-то желтый кинок. По мне нет, мне кажется, что мой шлем чуть-чуть. Ну да, смотри. Единственное, что хорошее, это венки, он дает 29 маны, но так в целом.
Так, ну пока наши враги постепенно очищая при этом проход в кузнице. Да, ну то ли мой минимальный как-то мне причиняет, но это пока минимально, потому что дьявол. Потом мне нужно успеть его прокачать до дьявола. Так, и что? Ну да, компаньон решает. Но, ты знаешь, что тут дьявол у нас не столетие, у нас как каждый раз это очень затратное дело. Примеришь что ли? Жирный. Так падают вещи бесполезные. У меня же не желтые, эти скачают только горячие. Круна. Так. Тоже все не нужно. Да, что-то на красном штуке сейчас покой разгадали. Я не видел, что это танцы. Так, это все нафиг не надо. А тут мы уже так, пока мы идем уверенно вперед, несмотря на то, что я теряю. Так, где спрятали? Да, я в принципе не покупаю такие золото, но даже на 60% получается. Так, что это у нас? Очередной какой-то. Самая малка. Так, хорошо. Вот, кажись, эту штуку. Ты пьешь, да? А, как так? Что это? Охренеть. Это что, дьяволяш? Ядрить твою налево, сколько бежать. А ядрить твою налево, что мне умирает сейчас. А я ничего не могу сделать, я уже умер. Причем как-то у меня с двух ударов убил. Оп, броня. Ладно. Придется. Ясно все. Короче, все мы слились, кроме Ксюхи. Теперь не у Таниса, не у меня, компаньона нет. Поганая тварь, а. Компаньон, я же того так не оставил. Можно возродить, а вот что касается трупа моего, как я до него... Так, блин, бежать сколько, это кошмар. Добрый день. Да столько далеко бежать, это капец. Да, этот мини-босс оказался жесткий. Так это же квестовый босс. Блин, ну что вот как я сейчас должен с этим драться? Ни оружие, ничего. Еще у меня выносливость закончилась. Сейчас я... Болем вручаю, у меня оружия нет. Так, Я ничего не смогу сейчас сделать, пока не доберу ты своего оружия. А у кого компаньон-то воскрешит? Ты не справишься со мной. Может и справлюсь. Дай только мне золото от себя. Придурок. Так, у меня сколько золота было? Я вот не помню, сколько золота было. Я не брал.
Да, 20 еще. Да идите вы все к черту. Дайте хоть портал открой. Все, еле слинял оттуда. Кто компаньона поднимает? А как его поднять-то? То что, надо специально в этот идти, что ли? В третий акт? Вы что, издеваетесь? Да, видимо, другого пути нет. Придется на третий акт топать. Что больше никто его не поднимет. Тирель этим не занимается. А, нет, Тирель поднимает компаньонов. О, отлично. Это хорошо. Ну все, вот сейчас вы у меня за все ответите. Сейчас у меня за все ответить. За сколько? У тебя есть выбор? Ой. Ну иди сюда, жирная скотина. А, так у меня денег нету. Давай, давай. Больно тебе? Ну, даже меня продамажит. У меня денег нету. А я ничем сниму. Че на меня магия не попадает? А телепорт-то... Да ё-моё, есть телепорт. Помогайте мне, пушка. У меня оружия нет, я не могу тебя. А, вот мой друг. Я все равно убью тебя. Yes. Все. Так, типа молот. И что мне с этим молотом делать? Как минимум использовать. А молот, кстати, один падает. Не несколько. Все, стирай свой. Вон валяется золото твое. Вон. Вон труп твой. Вон, здесь золото, золото. Так, давайте, ну, смотрю, что же. Так, нет, да? Больно. Так, все ли? Не все. Нет, не все. Не все, ни хрена. Да, без, скажем так, без фейла сейчас не получилось. Ну что поделать? Я к этому даже не как, что так сразу. Давайте всех убить, а то они там помешают. Вроде всех убили, давайте подойдем к этой адской пусть. Используйте молот адской пусть на наковал. Давай. Да. Ух ты, ух ты. Нифига тут с него камни. Так, на Q нажимайте. Всё, отлично, квест закрыт. А последний квест почему не открыт? А надо будет к этому Адриэлю подойти. Так, значит что, возвращаемся на базу, затариваемся зельями, потому что есть сейчас вероятность такая, что мы сейчас нарвемся на самого дьявола. У меня недостаточно денег, дайте мне кто-нибудь. Подожди, сейчас я камни хотя бы подготовлю. Поздравляю тебя, герой! Это займет несколько минут. Ничего страшного. Просто места не хватает. А с кем разговаривать? Тут ни с кем. Все, мы убили этого. Теперь осталось... А, вот. Там запрещенный череп. Так, дефект. У меня квест открылся. Вот так, да, этот завершение уроса или какой-то. Ой, я не знаю, что написано. Ну да, у меня надо быть. Так, сейчас разгребу тут свой бардак. Так.
Сейчас, минуточку. Так, денег. Значит, так, ага, найдите дьявола и его святилище. Ну что, как говорится, в этой серии мы попробуем его убить. Если же не получится, значит, сделаем это следующий. На. Вон валяется. Лучше я так раскошеливаться не буду. Так. Все сливаем, это нам все не нужно. Так, надо купить свитки портала, ибо их много понадобится. Много таких свитков понадобится. Так, химки еще возьму. Так, попробую еще сейчас выбить оружие себе дальнего боя. Если же этого не сделаю, значит, скорее всего, придется действовать как-то по-другому. Так, ну все, все готовы, я надеюсь. Ну как бы мы записываем, так что все готовы. Так, ну в принципе все все взяли. А хотя чё мы, чё я туплю, могу через телепорт, надо же к Архангелу идти-то. Тираэлю, Адриэлю точнее. Господи, их путаю все время. А ты куда, в пламени? Так, без Ксении мы идти не можем, поэтому ждем. Сука, заходи через главный портал. То сейчас предстоит убивать сначала слуг, которые будут очень жесткие, а потом убивать его самого. Ну как сказать. Может успеем этой серии до него дойти, может. Не понял. Ой, а че они отравлены? Так, с этим разговаривать уже не нужно. Зачем с этим Архангелом разговаривать? Он ничего ни на что не влияет. Так, стреляться особо не стоит, если он лишь ловушку хочет потратить. На, нафиг. Прорываем. Тут слабо, не нравится. Так, все, дальше двигаемся. Я думаю, его святилище не так круто. Видно, что до сих пор не прокачался. Может, пока не пойдем на это. Ибо без должной прокачки проблематично. На. Прорыв, еще давно. Так, тупик. Тупик. Значит. Так, стрелял с маной в любом всякий случай. И все равно големы у меня не вечные. Уже будут дельные амулеты выпадать с них, что ж так и мусор-то не хабар. Интересно, что выпадет из дьявола. Если упадет лук или офигенный меч, то я буду заказать шапала, так просто не получится. Он бьет всем и так холодно, как говорится, по случаю. Пока святилище еще близко не видно. Ой, зажимает так. Где мой мать? Главное, здесь осталось.
за стенку, потому что за стенку не ходит дьявол. Как прорыв будет не понять. Но он так просто не потерял. О, конец. Так, качу силу. 2 очка не хватило, чтобы овладеть моим новым оружием. Ну ладно. Так, голема. Свайся снова. Ты мне сейчас очень нужен. Так, ну что, опять придется обходить, как всегда, лабиринт. А, забыла сказать, что... Ни одной дельной вещи. Кто, подбирайте склянки, они пригодятся тебе. Только дрожжи против него не эффективны, только шипы. Если будешь бить дождь, вот так и шипится. Да. Походу мы уже почти не цели. Кстати, походу, да. Ну и все. Чем я не слышу? Да, мы пришли туда, куда нам надо. А, это уже пошли более... Это уже более элитные войска, точнее. Ну что, вот оно. Злосчастное святилище Диабло. Убиваем оставшихся его слуг. Подожди, вот, блин. Я не понимаю, как это боятся. Ну, вы таким попробуем сначала своими силами. Тактика борьбы с ними средства. Шипами нас. Так, что тут у нас интересного? Вот это вот интересно. Подожди, я бы еще сам не появился, это ПП. Или Диабло интересно? Мне интересно, что у него здесь сам появился. Хоть пошла медленно, но на последнем маске она там будет прикрыть. Кто его берет? Так, все, щиты они вообще не нужны. У него большой стиль. Ой, на меня проклятие ходит. О, еще и заметка. Так, света. Так, у меня полный инвентарь. Скружусь. Мы без тебя не пойдем. Сколотый, безупречных. Так, у меня, по-моему, безупречных только 2 черепа. Я очень надеюсь, что получится победить Диабло. Но... Будем пробовать. Посмотрим, так как говорится, что могут сделать 3 таких нехило прокачанных персов. Так. Я говорю, сейчас, наверное, блин, Скарлетт мне в комментариях напишут, типа, вот, не принимает участие в боях.
Ну, всему свое время, еще бал есть. Кстати, возьмите-ка себе вот этот ремень, мне он все равно не пригодится. А Ксюха его уже взяла. Вот ей-то, я думаю, пригодится. Там и зелий больше хранится в таких ремнях. У меня сопротивление огню, если я сейчас от этого избавлюсь, я очень жестко буду страдать, когда буду драться с этим дьяволом. Я уж куплю себе еще зелий. Пару зелий маны не пригодятся. Так, ну все. Возвращаемся в святилище. Время не ждет, так сказать. Дьявол нас тоже особо не ждет. Как он ждет? Он ждет, но он скорее сейчас будет нас поливать так основательно. Опять, что такое? Проклятые маги. Ну, не туда, на самом деле. Нам выше. Свитки подбирать. В принципе, мне это так заводится. Проклять, чуть повесил. Видишь, он замедляет. Давай, что ли? Помри туда. Блин, опять. Опять бы дурацкое проклятие. Линия, петли, очень нужна тэп. Сейчас не дай время, в руках копаться. Нам надо сейчас убить главного злодея всех рем... Ой, мы уже походу до него дошли. Походу, да. А, ну да, вот его пентаграмма, он сейчас должен здесь появиться. Ну где ты, где? Только к Ксении мы не пойдем. А, ну... Блин, да что там за капец? Не, он пока не появился. Значит, мы, видимо, не всех еще убили. Хотя да, вон. Ой! А, блин, как так-то? Да что ж ты не терпишься-то? Все, всю ману сейчас заберут. Ну, хиляйся, что-то я жму на четверку, он не дает мне дойти. Ой, нет. Ой. Назад. Ой, все, Ксюха убита. Молодец. Но она не виновата. Ой! Там этих не убьем. Впереди, справа, слева. Ой, не 10, а это было мозг. Очищаемся. Ты можешь вот все что ли? Ну достаю. Так, вот Ксюхино тело я вижу. Вижу вот этих вот крылатых, кто там. Да блин, умирайте. Бери. Ну это капец, у меня все зелья почти. Я не попадаю, блин, что не снят. Блин, компаньон сдох. И все убили. Отходи нафиг. Надо отступать. Враг сильнее оказался. Ладно. Эхо, у меня денег-то почти нет. Такие звуки сдавать не надо. От этого легче не станет. Так, короче, придется с какими-то камнями не расставаться, потому что у меня с деньгами все очень плохо. Настолько нет, плохо. Я так звуки сдавал, потому что мне чуть там это. Когда я бежал туда. Враги были рядом. Я все равно не отступлю.
Собаки, вы что думаете, это все что ли? Во, камни продал, сразу 30 тысяч стало. Я, конечно, понимаю, что благодаря таким мощным врагам я опыт быстрее повышаю, но... Ну все, сейчас вы у меня за все ответите. А ты этого компаньона возродил? Ну да, такого сейчас походу опять убьют. Олдгеймер, да, этот хаос? А, блин, мне пока лучше не заходить в мир. Смерть. Блин. Блин, ты щепёс. У тебя все надо. Вот это вот надо. Примонисы срыгать. Да неужели? Вот. Продолжать наступать. Уже не стыкнуть. Он наступает. Они что, бесконечные, что ли? Нет, нет. Вот и все. Вроде как. Ну, почти. Надо выходить. Что за? Ой, вот тут еще вон. Меня попался в какой-то лифт. Я не боюсь. Я всё. Вот именно где. Остался. Я нашёл. Он видит. Ты что с тех проклятых не сливают? Бумага мне. Ой, мне это все. Мне нужна мана. Ничего тебе не надо, ты понял меня? А видимо, пока всех тех слуг не перебьешь, сам дьявол просто так не появится. И видимо, это не тот слуг, где он должен появиться. Что ж, а, это вот эти штуки надо включать. Видимо, тогда он... Все будет активно. Да, смертей будет много. Даже если бы был наш помощник, он бы тоже умер. Вы что? Это класс, понял? Я своего компаньона. Вернемся, вернемся. Ладно. А, да это еще босс. Вот. Босс. Ух ты! Так, хилочки нужны, бы я их потратил так слишком много. Так, вроде больше хилок я тут не наблюдаю. Так, ну тут печать активировали, значит надо отступнее. Так. Так. Где-то, а вот еще одна. Так. Я запахнул. Фу. Да, вот что значит, блин, воевать со слугами дьявола. Но мы же не трусы, мы же будем драться до конца, чего хоть это не стоило, хоть с фейлами, хоть без них. Кстати, как ни странно, у нас фейлов это еще не так уж много было. Так это потому, что еще не было самого дьявола. А где он? Потому что печати. Надо печать активировать сначала. Так, все, я возвращаюсь к вам снова. Так, все, идем дальше. Я же никогда этого дьявола во второй части воочию не видел. А сейчас увидишь. Зато в третьей я его, блин, видел. Надо постоять.
Так, ищем остальные печати. Может, они не все активированы? Так, где-то остальные печати хранятся. Денис, ты своего-то компаньона поднимать будешь, нет? Он со мной. Ты уверен, что твой компаньон? Да, скоро. А, да, ну да. А, вот еще одна печать. А сколько? 4, наверное? По-моему, 5. Две по бокам. О, как только я активирую печать, сразу подкрепление. Не буду еще выползать. Так, я не вижу вас. До стены. Я не вижу вас. Не протягивается. А, ну да, город, да, здесь. Значит, собственноручно. Так, происходит где остановление, может, ничего нету. Так, осталось, я так понимаю, еще две печати. Чат дьявола, мы тебя призовем. Немножко подожди. Ох ты! Опять эти проклятые рыцари, да не дерись ты, что ли? Сопротивление, я думаю, недостаточно. Ты должен мне просто привести, если ты чего? Идем к своим печатям. Да, вот она. О, почему эта дверь у нас против? Идем сзади. Да опять убили тебя, да что же это такое, да? И так денег нету, что ты. Ау, компаньон. Так, все, возвращаюсь. Угорайте, вы там что решили сделать? Да. Убил тоже всех. Ну, охренительно. Теперь мне придется мне тащить. Так, продать. Так, ладно, да. Это... Беда. А у меня оружия, кстати, нету. А, да. Здрасте, откуда оно у тебя будет? Шук, ты зачем вылезаешь, если тебя там убивают? Я чуть боюсь. Ну давай, я злый. Иди сюда. О. Да опять его убили, да что же это такое-то, а? Ну, что, золото, кстати, тут мое не берите никто. Убили моего компаньона, что придется. Я не знаю, как. Ну что, тут лежат ваши трупы, да при том, что не было дела. Вообще, мне нужно вернуть моего компаньона, ну, это зараза. Блять. Не, ну это не дело. Гван появился там, где мне нужно. Вот и давайте косите моего голема. Хоть на низ не жмите, что подняла я тут даже и чё и не сделал, у меня топор вообще. А дроп мой где? Я не внизу, где вот это, видишь, у меня будет. Так, все. Если он еще раз умирает, я стану автоматически банкротом. Идите к черту. Как ты ушел, слишком жестко оказался. Блин. А труп-то мой там должен. Подожди, надо начать.
отдохнуть. Так, дела ваши вон там. Капец, бля, вот это охрененно. Что-то золото там валяется и куча зелий. Ну так Сюхина зелья. Это, наверное, мои, блин. Сейчас выползут еще. О, батька сам пожаловал. Ну все, считаем фейлы. Денис, ты где? Иди сюда. Так, а теперь уклоняйтесь от его огня. Видишь, что делать? Надо прятаться за стеной. Чё, Ксюху убили, что ли? Ну давай, пес. Посмотрим, что ты можешь. Это чё за... Я его не помню, что он так... Нихера себе. Может, поможете? Я его не убил. У меня мана не резиновая. Как. Нет. Пока есть возможность, не убить. Блин, мне вот так будет. Нет. Рыла мана. Крутило, конечно, как всегда. Козел. Ай! Ясно. Мой план провалился. Что сейчас мне делать? Как мне теперь с ним бороться? Пес, я от тебя все равно избавлюсь. Кто бы. У меня денег нету. А он думаешь, у меня есть? Короче. Я продаю все камни, какие у меня есть, потому что иначе все. Иначе мы потерпим похренительное поражение. Так что же сделать-то? Вот Ксюх, ты зачем одна туда лезешь? А у меня компаньона убили. Так, а думаешь, у меня его не убили? Я сам чуть не... Я сам умер. Вот первый фейл уже есть. При том, что я танковал сколько мог. Давай, поднимайся. Частичный фейл. В мой портал не заходить, иначе кто мне не спустит. Так, где он? Где этот пёс? Ой. Блин, у меня опять ушло-то выпало. Видишь, тут плохо. Опять у меня ушло. Как нужно охота, когда я их использую? Понятно, маны нет совсем. Так, я подбираю себе зелье маны, иначе ничего. Минус один. Но это еще мне пока минимальное количество фейлов, несмотря на то, что у него пушка. Да иди ты к черту со своей маной. Что же это такое-то, а? Ты достал, поганый дьябло. Что ж с тобой делать? Не, ну охрененно, я... Мне нужна мана. И главное не при... И то, что у меня в свете все есть. Ладно, пес. Я тебя все равно этого так не оставлю. Так, все, у меня ни теле... так у меня же этих-то нету. Черт, а. У меня же сейчас весь инвентарь будет ими забит. Блин, это бесит уже. Ну ладно. Дима, ой, порталов нету. Придется одному воевать. Блин, а где порталы-то здесь есть? Блин, хоть бы один свиток портала. А, вот. Сейчас я его открою. Купите порталов и поставьте их, пожалуйста. Несколько штук за стеной. Потому что у меня больше порталов нет.
где мой труп вообще? А где мой труп? Там... Я твой труп вижу. Что, впасется эти возле трупов-то наших? Что? Ну где ты? Мысли, мне нужна мана, когда я пустую, что за херня? Капец, просто его... Мне нужна мана. Я постоянно восстанавливаю, почему не надо? Блин. Блин, меньше половины шипов осталось. Отходим. Где мои остальные зелья? Да. Охренеть. Блин, у меня еще игра. Чёрт. Ой, где ты? Я в ахере. Я просто в ахере. У меня еще игра свернулась. Блин, ну вообще, блять. Блин, вот пёс поганый, а? Чтоб ты сдох, вот поганый. Блин, чё ж делать-то? Назад-то пути нет, у меня телепортов-то нет, ну. Потом склеим. Иди отсюда, пёс проклятый. Так, не заходи, Ксюха, в этот портал, я, иначе ты там одна... умрёшь. Неужели не просто с ним в одиночку бороться? Ну это если только мы порталов не купим. Блин, у меня денег вообще нет почти. Мне нужна мана, блин, постоянно. Надо будет потом эту вкачивать. Так, все. Можно что ли? Проходите. Зашибись. Да охренеть можно, а? Вы чё, угораете, что ли? Ничего себе, сколько трупов. Ой. Ну все. Это мы зря это предприняли. Сейчас вот если мы за 8 минут его не убиваем, значит, берем подкрепление. Потому что так мы... Все, мне вообще денег нет. О, желудок скрутило. Все, конец света, блин. Где этот пес? Иди нахер. Ой. Ой. А что ой-то? Не время ойкать сейчас. Как недостаточно, кто на поле обманул? Капец. Так, короче. Да иди ты, то тебя сейчас еще убьют, маг, алло. Блин, нужна мана, ты... Прикинься, мана тупая, что за фигня? Где ты? Ой. Я ж... Вон он там. Вижу. Где? Где этот? Хрен рад. Ой, да ничего себе. Где? Что-то другое не видно нафиг, потому что она мешает. Мага моего не трожь, пес. Ну зашибись. А то понял, жизнь-то осталась. Мало. Я делаю все. Ходи. Я ж сказал, Ксюша, говорю, что зачем я вещи брал? За то, чтобы затащить. Кто тащил? Сейчас я. Данный склад. Вот ведь псина, а. Как ты достал уже, честное слово.
как сейчас труп свой заберу? Ой. При том, что у меня денег нет, а сейчас решу всех своих последних. А, все, у меня вообще денег нет. Сейчас все камни буду продавать. Ай. Иди в задницу, пусть проклятый. Я превращаюсь постепенно в банкрота просто. Я тоже вообще-то. Терпите, господа, немножко осталось. Совсем. Все, продаю все камни. Ты же недостаточно маны, блин. Головы у тебя недостаточно. А я золото свое так и не забрал, походу, или забрал. Сейчас не время думать об этом. Так, все, погнали дальше. Хотя буду подыхать миллион. Ох, нифига у него просто спылил к чертям. Ну где ты, хрен рогатый? Недостаточно маны. Нет, колышки. Опять он спылил. Ай! Фу, ну просто все, у меня зелья мана больше нет, телепортов тоже. Здесь. Да иди ты! К черту! Ну, Ксюха опять убивает. Ну это нормально, это Диабло. Чего вы хотели? Мы с Костей также вдвоем сколько умирали. Так. Покупаем. Мне чего нужно? Зельями нужно. В большом количестве. Тут он задолбался. Недостаточно мало. Голову у тебя нужно. Не. А мне потом еще склеивать надо будет, потому что у меня игра свернулась какого-то хрена. Дед, ну где ты, псина проклятая? Псина рогатая. Да как, какой мне нужна мана? Есть она, алло. Дура. У меня бить начало. А у меня зелий нету. Да. Да. Я сделал это. Я затащил. Мои труды не останутся. Вечные страдания будут еще слишком слабым наказанием для тебя, Диабло. Надо себе что-то взять. Капец. Сколько, ну, хотя было по сравнению, я умирал меньше всего. И это того стоило, черт побери. Так, пока с этим разговаривать я не буду о переходе на пятый акт. Сначала я посмотрю, что мне за вещи выпали. А мне что делать? Мне тоже же... Блин, что такое имбовый, зараза? И продавать-то жалко. Так, надо мне сейчас точно продам. А чё мне делать? У меня что же полный кип редактор. Что именно? У меня знаешь сколько золота, Ром? Ну? 348 золота. Ну что сейчас делать? Буду благотворительностью заниматься. Потому что я же тащил. Как говорится, не зря тащил. Так, ну что, возвращаемся. Надо, так понимаю, с этим архангелом сейчас поговорить. О переходе на следующий акт. Так, ну что, Ксюша, давай, заходи в деревню и переходим на пятый акт, чтобы не было багов. А мне потом надо будет три видео склеивать. Ничего сложного. Ксюша. Так, все подходим вот к этому товарищу. Все, портал открыт. Заходим все в него. Да блин. Да вот открылся портал, заходите. Так, ну что ж,
Перешли мы на последний акт, только Ксюша что-то опять там долго соображает. Вот, все. Ну все, будем серию заканчивать. Повергли мы Диабло, несмотря ни на что. Несмотря на потери. Но тем не менее, мы все-таки бросили ему вызов и сделали это. Так что, всем спасибо за просмотр. С вами был Old Gamer, а также мои друзья. Данис. И Ксения. Всем до новых встреч и пока-пока.